Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чаек, кофеек, возможно, что-нибудь покрепче, потому что мы продолжаем играть в игру Киберпанк 2077. Начинаем киберпанковать, точнее, продолжаем киберпанковать. Бусидо и не о постмодернизм, блядь. Новый чип Бусидо. Так, нам нужно поговорить с Джуди. В прошлой серии что у нас было? В прошлой серии мы зашли в логово, где снимают брейдансы жесткие какие-то, там с убийствами, со всякими делами. Нашли нашу подругу, мы ее оттуда вытащили, там нашли кучу шмоток. Ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Подожди секундочку. Я вот с людьми разговариваю, а ты меня перебиваешь. Вот здесь лежит, спит эта подруга, вот эта там, вот, которую мы вытащили, а мы дома у Джуди, вот с ней сейчас пытаемся решить, что делать дальше. И также она мне показала, Джуди показала мне такие записи брейданса, в которых наша вот эта подруга всех нас пыталась кинуть, связавшись с какой-то теткой непонятной, которую мы сейчас будем искать. Мне надо идти, я поспрашиваю. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Тебе удачи тоже, надеюсь, все получится. Выйти из квартиры. Так, все, хорошо. Спасибо. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Я знаю. Крутой. Да еще Эвелин бы. Всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Может быть. Мы ничего не знаем, и она со мной раньше не связалась, поэтому мы и не узнаем. Так, что у тебя в ванне происходит? Это что там такое, смотри. А это что? Такахаси, 5 лет с имплантами. Понятно. Опять какие-то эти записи, книжки это или что? Это книжки, типа, ну, записи, так. Который можно читать, зачем, не знаю. Смотрим. Позвоните мистеру Хэнсу. Хорошо, мы позвоним, но не сейчас. Во-первых, снаряжение. Смотри, какие мы красавчики стали. Но от бронелифчика мы не избавились почему-то. Это очень напрягает. Так, пистолет. Пистолетен. Так, пистолетен. Ты глянь, 3.43, 3.89. Слушай, позволяет использовать технологии рикошета. Нет, у нас круче. А что с этой пухой? У нас можно поставить сюда вот такую штуку. Увеличит критический урон на 3%. Не буду я ее ставить. Так, дробовики. Также у меня есть пулеметы, которые какие-то непонятные. Вот они. 303 мощный, но типа потенциал раскроется, когда сила достигнет 10. Посмотрим, подождем. Так, при этом, значит, это можно. Вот это можно вообще увеличить урон на 3. Вот это так. Продать можно половину, кстати. Слушай, а где-то у меня была умная винтовка вот такая была. Стандартная. Вот одна на 110 умная. А, вот, 131, умная. Хорошо, ладно. Так, давай тогда разберем. Эту оставим. Дробовик. Сейчас, погоди, надо просто разобраться, что к чему у нас. Так, дробовики можно все разобрать. 303, 234, легкий пулемет. Стандартный легкий пулемет. Подожди. Блядь, ну уже разобрал. Похуй, ладно. 291, это мы оставим. Дробовик вот этот разбираем. Так, смотрим дальше. Пистолет разбираем. О, пистолет разбираем. Это все слабые пистолеты. Я просто помню, я просто знаю. Так. Так, хорошо. И с этими штурмовыми винтовками надо разобраться, смотри. Фиолетовую я оставлю. Разобрать. Все, осталось умное. Вот. Все хорошо. Так. Хоть на человека более-менее стали похожи. Так, задание выбора, двойной же позвонить мистеру Хэнсу. Нет,
По заданиям, смотри, что у нас есть. Это главное, у нас куча второстепенных. Посмотри, сколько. Венера в мехах. Вот нам позвонили, сказали, приезжай туда. Добраться до первого этажа мотеля Ноутел. Не понял. Да ладно. А, это выход, все. Ноутел, значит, нам надо вниз. Ну, понятно. Мы остались без тачки. Нам нужна машина. На улице дождь, неприятно. Так, это что такое? Фургон. Нихуя, видел? Я в ахуе. Физика вообще немножко как бы курит в сторонке. Она просто вышла из этой игры, физика. Так, а сколько нам бежать? 500 метров, блядь, это дохуя уже. 400. Ну ладно, уже бежим и бежим. Ладно, пока машина не встречается нормальных. А из-за дерьмовой машины я даже подставляться не хочу. Нафиг нам. Человек еще зацепится, полиция, еще кто-нибудь. Ну его. Ой-ой-ой. Чуть не ебнул. Спокойно. Отлично. Здорово. Просто так залез к нему туда. Так, все, тачка есть, погнали. Ой, я могу еще стрелять, нихуя себе. Прицел нарисован. Ой-ой-ой-ой-ой! Ебаться сраться. Ебаться сраться. Опа. Деламейн, приносим наши... Так, рад сообщить, что ваше транспортное средство пострадавшее во время... Что это такое? Короче, недавнего инцидента отремонтировано и доставлено в ваш гараж. Желаю вам хорошего дня и безопасной дороги. Вовремя как. Блять, вот это было плохо на самом деле. Мы сбили, мы, короче, не справился с управлением, сбил человека, походу, там. Все, по мне стреляют. Бросаем тачку, бежим. Так, пухи убрали. А, он нам не даст сейчас, короче. А, нет, нормально. Уходим, все, все, ушли, ушли, нормально. Так. Кто это звонил и кто это был? Я бы рассмотрел твои татуировки, кто это? Что, о! Не ожидал меня увидеть. А ты кто? Стаут. А кто это такая? У тебя, во-первых, смотри, на лице, да, так полглаза, так это, вставка такая. Ну такая, слушай, блядь, костюмчик-то что надо, конечно, это чумовой нафиг. Так, а что здесь можно? И что дальше? Ванна, туалет, понятно. Вот эта вот штука мне не нравится вот там, вот смотри, которая лежит, видишь, вместо подушки. Очень не нравится, это очень опасно вообще, мне кажется. А, тут такие же, ёбаные, о-о-о! Куда я попал? А-а-а. Ну ладно, что дальше? Окей. И что теперь? Опа! Опа-па! Вот это... Ты кто вообще? Тебя знать не знаю. Ой, батюшки, господи, боже мой! Это... Я закрываю руками глаза. Это мне нельзя смотреть. Это вы чё? О, боже мой, нихера... Ой-ой-ой. Я не знаю, я ничего не знал, я не знал, я думал, это какая-то будет там, ну, информацию там нужно будет тянуть, еще что-то, хера себе, елки-палки, что происходит там, боже мой, все, все, хватит, о, это, во, тогда все. До встречи, Ви. Корпоративные боги тебе улыбнулись. Ёбаный ты рот, бля, вот это кадр, ой, бля, я в ахуе, нихуя уже одетый. Какой там в фильме было? Ну что, дружок, тебе понравилось? Весело было, да? Весело было, тебе понравилось?
Так, иногда двое людей встречаются. Так, жаль, иногда двое людей встречаются в том месте, но не в том месте, но в нужное время. Я понял. Кто это? Венера в мехах. Кто это была? Я вообще не знаю. Вернуться к бестии. Кстати, я уже забыл про нее. Да, но это было весело, это было прикольно, конечно. Так, вернуться к бестии. Погоди, у меня еще куча. Найти такси Деламейна на побережье. Ой, пока не хочу. Восстановить связь между Деламейном. Ой, не хочу. Так, это высокий уровень, легкие деньги и очень высокий уровень сложности. Я в ахуе. Шуты найти, типа, говорить с Мисти, найти в городе все граффити с арканами Таро. Давай поговорим с Мисти. А поговорить с Мисти это как, по телефону? Мисти, да? Давай попробуем по телефону поговорить с Мисти. Подожди, позвонит, открыть сообщение. Это что? Муамар Эль Капитан Рейс. Чё? Да, еще кое-что, если вдруг решишь поглядеть на меня и поболтать, заходи в гости. Честно говоря, мне давно хочется лично с тобой познакомиться. Новая хата? Это кто? Муамар Эль Капитан Рейс. Не знаю, кто это. Так. Ответь, я там ничего не мог. Ответь, я ничего не мог. Блять. Администратор мегабашни. Так, ладно. Мисти или как ее там? Где она? Сойер, Мавлос. Мисти. Открыть сообщение. Я здесь вот. Я хотел посмотреть, просто могу я ответить. Нет, не могу ответить. Ну ладно. Не могу и не могу. Ладно, хорошо. Давай смотреть. Журнал. Так. Блять, поговорить с Мисти. Телефон. Блять, как здесь все это самое? Мисти, Мисти, мистер, мистер, Мисти. Чувак, замечающийся хером. А, все, Мериди Стаут. Кто это такая? Я не помню. Я честно не помню. Я честно не помню, кто она такая, это с которой мы сейчас встречались. Себастьян, чувак, замечающийся. Так, Фред, тренер, Вакако. Подожди, я не понял. Поговорить с Мисти. А где вообще, почему у меня не телефоны Мисти вообще, в принципе? Ладно, пошли так поговорим, что нам. Да, однако, сходил на задание. Точнее, не на задание, а, ну, как бы, ну, блядь, ну, да, второстепенное задание, миссия, блядь. Ой, офигенно, у меня миссия была. Так, тачка стоит, стоит. Копов нету, нет, можно спокойно сесть, не мокнуть под дождем. Я тебе побибикаю, блядь. Погнали. О, копы стоят. Зашибись, здорово. И у меня где-то должен быть гараж, мне сказали, где как раз такие стоит моя машина. Я не знаю, зачем она мне, потому что я, в принципе, справляюсь и вот на чужих машинах. Вот, но просто интересно, а можно ли здесь... О, как красиво, туннель такой, блядь, такие цвета, мне нравится дымка, цвета вот такие. А, мне интересно, можно ли... Ну что? Ну что ты меня там бибикаешь, блядь? Мне интересно, можно ли апгрейдить тачку, вот что мне интересно. Может быть, как-то можно его тоже усовершенствовать там в гараже, посмотрим. Игра лагает вообще, здесь игра реально лагает. Она просто откровенно, блядь, ну, блядь, тормозит. Так, спокойствие. Давай в сторонку отъедем вот сюда. Кстати, можем зайти к нашему этому. А что я сделал? Вы там ебануты? Вы ебануты, а я... Да я ничего не делал! Вы чё? Я что я сделал? Дверь открыл, что ли? Я кого-то дверью ударил или что? Я понять не могу. Так где Мистик-то, блядь? Во, нашел. Ёбаный. Ой, видел на улице странную картинку. Хватит я там видел на улице медитировать, ты что там делаешь? Это вообще странно смотрится. Вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделал кадр, вот смотри. Хуя себе, так можно? Старший аркан.
Высшие силы явили тебе знак. Отлично, я думал, просто сбой в башке. Высшие силы могли бы выражаться яснее. Да, высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. А, мир подобен лабиринту иллюзий. Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Ну, блядь, зашибись. И что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы? Да-да-да, очень интересно. Попробуй поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Я в эти игры не играю, и что делать, когда я их найду? Ну, найду я их. А дальше-то что с ними делать? Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. А-а, да ты чё, да? Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Ладно, хорошо. Честно говоря, правда в моем списке приоритетов первая с конца. Угу. Тебя ждут сложные испытания. Ой, блядь. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Ой, да. Ой, да. Да каждые 5 минут что-то выбираю. Ты представляешь, даже не представляешь, что было 5 минут назад у меня. Ты не представляешь. А я помогу расшифровать. Я проснулся, а там такая штука перед глазами. Ты что, ты прикалываешься, что ли, блядь? Так, ладно, найти в городе, так, понятно, мы будем искать, хорошо. Дальше, что у нас там еще есть по заданиям? Два товарища. Навестить Барри, блядь, я его навостил уже, навестил. Так, забрать награду из... Так, тоже делал, ебаный ты просто. Ну, серьезно, это все задания, эти дела, они просто не убираются. Найти, понятно, найдем. Машина идет, так, основные задания. А что тут еще? Приступ киберпсихоза. Кровавый ритуал. Кстати, можно попробовать. Можно заявка на расследование. Так, подожди. О, а это что? Добраться до тайного тайника грязного Фреда. Бездомный найти, сейчас я так, так. Давай. А давай. А куда бежать? А я не вижу. А это кто, смотри? Что нарисован, я не вижу. Знаю я вашу породу. Какой-то хакер, может, я не знаю. Блядь, подожди, я хотел еще к этому, к нашему доктору зайти. К нашему лечащему врачу, подожди. Стой. Их дела никогда не стареют. Вот, сюда, да. Во-во-во, сюда, да-да-да-да-да. Дружище, здорово, как твои дела? Ой. Я подумываю поменять хром. Есть а, ну да, нормально. Уже удачно взял. Давай, давай. Так, смотрим. У нас... А, 26 тысяч у нас, да, у нас 26 тысяч, нормально. Нам 15 надо отдать бестии, чтобы... Почему не могу? Чтобы информацию получить. Вы сможете позволять пользоваться этим предметом, когда показатель интеллекта достигнет 8. Нихуя себе. О, глаза фиолетовые. Ячейк модификации. Вау. А, ну слушай, они такие же, версия 2, версия 3, просто ячеек больше. Видишь? Хорошо, а как купить? В смысле купить? 2000. А, у меня версия 1, там версия 2 и версия 3. Версия 2 это 2 ячейки модификации, версия 3 3 ячейки модификации. Хорошо, а как мне открыть? Выбрать ячейку. Так, это надо посмотреть, я не понимаю, как это работает. Открыть. Смотри, выбрать ячейку. А, ну понятно. А как тут поставить модификацию, я не могу понять. Ладно, сейчас мы собрали, может, из инвентаря надо как-то? Давай посмотрим, что еще есть. Мгновенное восстановление 10% выносливости при обезвреживании врага. Нафиг надо. Когда у вас остается так, нахер надо. Так, продлевает взлом протокола на 100%. А давай. А я не знаю, зачем это, ну давай. Взлом или не на. А это что? Мгновенно восстанавливает 3% здоровья, когда вы разряжаете полностью заряженное оружие при попадании в ну это херня. Давай вот это поставим, я не знаю, что это даст нам подтвердить. На 100% протокол, что там больше делает. Так, здесь нервная система. Во! 4000 позволяет
целиться и стрелять во время скольжения и уклонения. Замедляет врага на 50% на 1,5 секунды. После блока прицеливания или атаки во время скольжения... Так, скольжение и уклонение нет, я не хочу. Кожа. Дает невосприимчивость к поражению током. Увеличивает показатель брони на 50. Хорошо, больше у меня ничего нет, интересно. Так. Кибердека, кстати. Во! Во! 10 тысяч аппаратных скриптов куча. 6 базовый объем памяти. Слушай, это интересно. Ну, 10 тысяч это дорого, и, блядь, у меня нету столько. У меня сейчас 15 отдать будет, у меня не хватит. Так, что у нас с ладонями? Смотри, что есть. У нас стоят такие вот крюколапы. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия, связанное оптическим планом. Итак, из стандартного. Это... На умное оружие, хорошо. Стандартное оружие. Мне больше нравится стандартное оружие, но опять же, смотри, чем прикол. На один... Опять очень дорого. Умное оружие. Умное оружие. Я им не пользуюсь, пока я это не делаю, значит. Руки. Оу. 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 Что? Вау. Система запуска снаряда. Нихуя, это в руках. Моноструна. Клинки богомола. Вы сможете купить так. Понятно, до этого нам еще долго. Ноги. То же самое, до этого тоже очень дорого. А, денег не хватает. Охуеть. Мы нихуя сделать не можем. Просто нихуя сделать не можем. А ты позаботился о теле Джеки? Ты вот, кстати. Позаботился о теле Джеки. Я... Черт, я думал, ты в курсе. Ты, видно, не в себе был, когда я об этом сказал. Чего ты там накосячил? Что сказал? Ты его продал. Ко мне из Росаки пришли и уволокли его. Что? Куда уволокли? Да я знаю, что ли, блядь. Меня сразу мордой в пол руки выкрутили. Я потом попытался выяснить, но это же Росака, там не подпишешься. Ага. Гребаные корпораты. Я хочу обновить импланты. Поговорите о Джонни, а как бизнес? Ну, как просто бизнес так, давай, идет. Спросим и пойдем. Да знаешь, не жалуюсь. Все, спасибо, не интересно. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да. Все, нифига себе этого уволокли. Добраться до тайника грязного Фреда. Ну, давай, продолжаем наше задание. А вот это что такое? А это что такое? Вот смотри, какая-то штучка нарисована. Это что? Это лифт нарисован. Переулок. А, все, мы там были. Мы там нашли какую-то херню. Ну, тут еще что-то нарисовано. Видишь, на карте вот какая-то... Какая-то херобора на карте нарисована. Наверху где-то непонятно. Ну, ладно, черт с ним. Так, тачка у нас была где-то, погоди. Так, не здесь, погоди, а где тачка-то у нас была? А, вот, все, стоит тачка. Бля, как тут опасно ездить. Задавишь, кого начинают стрелять. Блядь, я не специально. Бип-бип. Я ему ответил бип-бип. Так, поехали. О, бля, я его посигналил, тут человека чуть не сбил. Дурачок, что ли, совсем? Вот так и сигналь потом, блядь. Посигналишь, блядь, как ломануться. Так. Через толпу людей, блядь, не дай бог. Так. Едем. Так. Сижу, думаю, блядь, как игру проходить? Чисто проходить по сюжеткам, либо ходить и всех мочить еще. Помимо этого, там на улице появляются всякие вот эти заказы от полиции. Вот это все. Или мочить все-таки. Вот видишь, впереди, вот, 160 метров. Какая-то херота. Вот слева что-то там еще. А, ну это нам сюда надо, это хорошо, ладно. Вон нычка, смотри, наверху. Нычка на... Вот, например, ребята стоят. Вот мочить мне их не мочить. Давай попробуем просто обойти, не ввязываясь в драку. Я просто иду мимо. Да, охеренно! Ну что такое-то? От меня не уйдешь! Ебанашки, блядь, хуя себе.
Смотри, тут половина голени, тут целая голень. У нее получается полторы голени. Видишь, получается, как. Вообще, я в шоке, блядь. Ну как это можно так вот сделать, посмотри. Ну как, блядь. Так, ну ладно, хуй с ним. Это не влияет ни на что. Так, прицел, пистолет, штанцы. А, слабые штанцы. И пистолет. У нас там прицел какой-то появился. Прицел, давай глянем. На что у нас прицел появился? Снаряжение новое. А, прицел. Да, на пистолет поставим, конечно. Чего бы нет? На пистолет-то чего бы нет? А что у меня здесь новое-новое горит? А, и вот оно новое-новое-новое. Так, 261, 264. Так, разобрать. Нахер вот это не надо. А вот катанку я оставлю. Катана мощная. Еще и маячейка модификации есть. Вообще ништяк. Вот. Отлично. Отлично. Так, убрать оружие. Убрать оружие. Так, совершенно быстро. Так, убрать. Убрать. Вот так, да, так. Убирается только так, ладно. Заперто. Хорошо. А я хочу взломать еще. Это что? Ботинки на 25. Погоди. Ботинки на 25? Такие же. А, ну такие же. Ну давай оденем. Так, что есть? Повышение скорости передвижения, уменьшение длительности. Давай вот это. Скорость перемещения мне не очень интересна, а вот длительность каких-то там атак, это вот... Это интересно. Опа! Есть, получилось, глянь. Я думал, не получится. А, здесь еще можно было вот по канату, наверное, пройти как-то. Преступление паранойя. Так, что это? Цитаты из доктора Парадокса. Неинтересно. А вот это интересно. Что? Разводной ключ? Кровяной насос. Мгновенно восстанавливает 60% здоровья при активации. Восстановление 180 секунд повышает имплант. Ячейку поместите в доступе и включите его с помощью РБ. Подожди. Имплант в ячейку. Киберпланты, подожди. Кстати. Ёб твою мать. Мы можем усовершенствовать все, смотри. Так, установит имплант SmartLink. Автоматически подсвечивает врагов, которые вас заметили. Чтобы умное прицеливание, необходимо установить имплант SmartLink. Я понял, то есть здесь еще разные импланты. Я могу подставить пока вот этот, да? Да давай поставим, какая мне разница, пускай будет. Подожди, а что мы сейчас подобрали? При использовании что-то там в ячейку быстрого доступа. Вот модификации, кстати, все. Вот. Так, смотри, что мы можем сделать? Мы можем сделать плавление синапсов и амнезии. Вот амнезия нормально, они типа тупятся. Сбой оружия тоже неплохо, кстати. А сколько стоит? 4. И амнезия стоит 4. Она длится 8,8 секунд. 33 секунды. Это намного интересней. Давай-ка вот это поставим. Да, смотри, получается, типа, временно блокирует оружие врага, не позволяет его использовать, понижает точность оружия врага. Длительность 33, время отправки 5 секунд, восстановление недоступно. Не понял, ну ладно. Так, перегрев. Так, запрос. Ага. Электрический урон 161, амнезия. Короче, нормально, вот так оставим. Хорошо, это вроде как... А, они здесь, видишь, тоже разные. Амнезия, вон она какая. 4, так. Ладно, понял, пока так бегаем. Что еще? Все. А где все-таки вот эта херня, которую мы сейчас нашли, я не понял. Персонаж. Не то. Параметры. Ага. Не то. Карта, снаряжение. Параметры. Киберимпланты. Рюкзак. Кибердека. А что за кибердека? А, ну это вот это, да, понятно, хорошо. Друзья, я не понял, а что, как это работает? Как это по еботе работает? Снаряжение, подожди, рюкзак.
Компоненты скрипт... А это что? Мы можем скрипты еще какие-то делать, погоди. Да, это компоненты скриптов, видишь, типа, ага. Так, смотри, Илан, гранаты, насадки, модификация им... Во! Так, стоп. Так, блядь, подожди. Зажать, разобрать, бросить, выключить сведения, закрыть. Ноль пять, что-то секунд так. Я нихуя бросить, зажать, разобрать, включить сравнение. А мне ничего больше не сделать, да? А это что? Ключ от мотоцикла, понятно, понятно. Взломанный чип Милитеха, сканер... Понятно. Нихуя не понимаю. Быстрый доступ. Ячейку быстрого доступа было мне написано. А, во, погоди. В ячейку быстрого доступа. 15%, 40, во. Я не... Так, это нам все не надо, сейчас разберем. Я не понимаю, как там можно разобрать помаду, но ладно. Да, всю, да. Так, пытаюсь разобраться. Так, это улучшение, я так понял. Да, это ладно, это понятно. Новые, кстати, прицелы появились. Гранаты. Это что? Это все разобрать нафиг, наверное. Да, это всякие медикаменты наши. Ой, ё, шмоток-то сколько. Нихуя не понял. Нихуя не понял. Вернуться к бестии. Так, ладно. Посмотрим, что у нас еще есть. Журнал. Я не понял, что я подобрал и что там нужно нажимать. Ячейку быстрого доступа, говорит, поставьте. А у меня что-то ничего не ставится в ячейку быстрого доступа. Хуй знает. Так, кибер... Эти самые, понятно, транспортные средства. Говномашина, говномотоцикл за 50 тысяч, 22 тысячи. Галена. Понятно, это нам не надо. Апартаменты. Завершено. Апартаменты. Давай апартаменты посмотрим. Азбука жилья. 15 тысяч баксов единственный платеж, единовременный, точнее, платеж 55, 45, ну это вообще дно какое-то за 5. Так, давай тогда попробую. Ой, блядь, два товарища. Сторожевой пес и кровавый ритуал. Пошли попробуем помочить кровавый ритуал. Я помню, что это такое. А вдруг получится? Это там, короче, где это сам Мальстрёмовская это ритуал был, и там баба вот как, короче, такая вылезает из холодильника и начинает клинками себя ебашить. У меня есть супер дробовик, я немножко шмоток одел, давай попробуем. А вдруг что получится? Ты вил просто начал по мне стрелять, за что? Вот он говорит. Обезвредить вот киберпсихопатку. Вот она, да. Блин, в некоторых положениях... Что такое? Ну, типа, ответить. Не успел? Деламейн звонил... Вы рядом с вами... Ви, рядом с вами в промышленном... Один из моих автомобилей. Нет, я еду по другому заданию. Мы пока едем по другому заданию, потом уже посмотрим, может быть, автомобиль.
Вот, сейчас она будет там чётенько, да. Ну, пойдем, смотри, что у нас есть. Сегодня у нас есть дробовик. Да и все. Все, что у нас есть, это дробовик. Вот она вылезает. Такая ебанашка, ла-ла-ла. Ноги у нее вообще жесть. Ну, а мы начинаем просто сразу прикалывать. Подохульник! Убить его! Воу, 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 воу! Вообще ничего не сделать не могу, ты глянь. Бля, нет, нереально. 87% надо что-то делать с горением. Они горят хорошо. Все причем. Сейчас попробуем. С горением надо что-то сделать. Пулемет у меня есть с горением, по-моему. Сейчас попробуем посмотреть вот что. Так, где? Во-первых, а куда нас опять отбросили? Вот тебе простой заказ, Ви. На складе курьерской службы Ривира припаркован фургон. Надо туда зайти и угнать его. Хочешь узнать, что там за груз? Глянь мое письмо с подробностями. Хуя себе. Так. Почитать. Подожди, подожди. Тип заказа кража. Прочитать. Сейчас прочитаем обязательно. Сначала я хочу еще раз все-таки попробовать доехать. И посмотреть. Вот смотри, что у меня есть. Снаряжение, смотри. Термический урон 20-25. Здесь физический урон. Вот мы сейчас возьмем эту пуху. И попробуем термическим уроном ее пострелять. Посмотрим, что получится. Потому что тогда, если помнишь, у меня была серия, где я мочил какого-то вояку, у которого дочку украли. Так, Деламейн пока отклонись. Находитесь рядом с местом пропажи транспорта. А, это я вроде принял. Вот. Хорошо, поищу. Нет. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Не, мне пока это не интересно, погоди. Сейчас я буду делать угон, тачки я эти не хочу пока искать. Я там у него штуки три нашел, больше пока не хочу. О, она уже вылезла, что ли? Слышишь? Да, она уже вылезла, все. Вот так вот, давай. Подохульник! Убить его! Хуя, вообще ничего не происходит, смотри, 84. Тихо. 77. Тихо. Тихо. Ее сбивают только... Бля, не, ребят, не реально. Ее только бочки сбивают, и как бы она от них очень хорошо падает, и гранаты. Гранат у меня мало, и жизни мне тоже не хватает ее вынести пока что. Так, тем не менее, половину я уже ей снимаю. Вот так. Тебе простой заказ. Да, давай. На складе курьерской службы Ривира припаркован фургон. Так. Надо туда зайти и угнать его. Так. Хочешь узнать, что там за груз? Да, или давай. Письмо с подробностями. Прочитать сообщение. О, цель фургон курьерской службы Ривир. Местонахождение склад. Описание. У меня для тебя необычный заказ. Надо заехать на склад курьерской службы Ривир. Че, если что, я тоже сперва не поняла, в чем дело. А все оказалось очень просто. Кто-то контрабанды проводит на Тити синтетическую кожу военного назначения, чтобы обойти корпоративное эмбарго. Кожу поставляют в виде курток. Черные риперы ее покупают и обтягивают ей импланты, которые потом продают по конкурентной цене. Моя клиентка отследила поставку, но не может ее перехватить. Тебе придется ее выручить. Только помни, что фургон Ривера не двинется с места, пока ты не авторизируешь в их системе. Кстати, я говорил, что склад держит тигриные когти. Ну, значит, теперь говорю. Они там отмывают деньги, поэтому не удивляйся, если увидишь их рядом. Удачи! Отследить задание. Так, киберпсихопатку мы пока убить не можем, хотя половину мы ей сняли. Мы сняли половину, взрывая бочки, стреляя термопушкой и кидая гранат. Это было все, что вот у меня было. Я вот прям все в нее всадил. Успел только снять половину.
к сожалению. Мне бы, может быть, термодробовик какой-нибудь, было бы круто. Давай. А, давай сохранимся. Вот термодробовик, он был бы мощный, он бы поджигал, был бы, мне кажется, вообще очень хорошо. Надо подумать. Заебись. Хорошо, что сохранился. Тачки прикольные, раскраски такие. Воу, воу! Совсем дурачок, что ли? Так, гранаты у него есть, зашибись. Тихо. Так, килки. Ухо. Где он? Ебать. Пора с этим заканчивать. Я его сам уйму. Ёб вашу ж мать! Да тихо, патронов не зарядил я. О, нет, это пиздец, это не дело. О, нет, друзья, все, хана, да. Перезагружаемся, пиздец. Да, давайте заново, ага. Сейчас сделаем. Я же не знал, что если я так прям подойду и открою, они начнут стрелять. Я же не знал. Давай посмотрим, что мы можем обойти как-нибудь, наверное, это все. Может быть, и не сможем. Вот еще один проход вроде, да. Тут также стоит охрана. Везде стоит охрана, в принципе-то. Так. Какие-то ребята в костюмах. Да я ушел уже, все, ушел, отстаньте. Так. Как можно пройти? Я уже здание по кругу оббежал, пока не вижу никаких проходов больше. То есть, по идее... Да не, ну должен был какой... А, вот. Вот, все, вот. Я же говорю, должен быть какой-то лаз. Так, тут камера где-то, погоди. Вон она. Контроль. Так, смотрим, что здесь есть. Взлом протокола. Это что? Это понятно? Это что? Понятно, ясно. Так. Ящик, чтобы трупы убрать. Открыть ворот. О, кстати. А, не могу открыть. Так, это камеры. Хера тут народ. А где тачка-то стоит? Так. А это что такое? Подожди, так. Погрузчик. Ага. Отвлечение врагов. Так, здесь я не пройду. Только с той стороны могу так вдоль пройти. Так, а я нахожусь... Ага, я нахожусь. Бля, ну идут до хера. Окей, давай открою ворота, хорошо. Контроль камеры. Окей, тупо открываю ворота, погоди. Не могу, блядь.
Взлом протокола. Так, давайте. Взлом протокола. Я не знаю, что это даст. Отключить камеру, отправить ледокол. А чё я могу сделать? Нихуя. Так, я сижу вот там. Вон, я там сижу, этот сидит. А мне надо подойти куда-то вот сюда почему-то. Ну давай отвлечем. Мне надо зайти вовнутрь. Вот этого бы убрать, блядь. Он так мешает. Он реально очень сильно мешает. Их можно душить еще. Тихо. Понятно. Бля, как тут пройти-то? Сидит и все, смотри на него. Один хер, не понимаю пока, как пройти. То есть, по сути, вот, надо сюда через главные ворота врываться, видишь? Спокойствие. Бля, сколько их здесь. Они простреливают, что ли, пытаются? Ёбаный ты рот! Ой-ой-ой-ой-ой! Да нет, это тоже не нравится. Стоять! Все, подожди, загрузка. Где мы там стояли? Вот, закат, вторая, это самое. Так, подтвердить. Подтвердить. Все, загружаем, да. Простенькое задание, говорили они. Я хуею, блядь. Так, ладушки. Еще раз, давай. Вот. Отвлечь. Иди, иди. Иди туда. Камера. Блядь, не отключил камеру. Камеру не отключил. Карта доступа. Чип. Спокойствие. Угомонись, сядь. Спокойно. Камера меня спалила, меня спалила камера. Сядь, сядь. Блядь, все, бой начался. Так, ладно, спалила меня камера. Ну иди сюда. Прикольно, кстати, пулеметик, мне нравится. Очень мощно. Пулемет реально крутой. Но они все вышли, да, это жопа все. Так, делаем опять загрузку. Бля, это пиздец. Опять загрузку на ворота и сначала сломать камеры, все. Продолжаем. Так, сначала отходим, ищем камеру. Где она? Вот камера. Стоим издалека, контроль камеры.
Выключить. Готово. Так, теперь. Нет, не то, погоди. Вот это. А, отвлечь. Это что тут за херня? Иди проверь. Блядь, ноги у нее вообще такие, смотри, такие тонкие, как эти клинки какие-то. Ключ, карты и так далее. Тихо. Пока отлично. Так, сохранимся. Мы взяли ключ, какую-то херобору еще. И еще какую-то херобору. Сейчас поглядим. Так, снаряжение, был пистолет. Да, вот пистолетик, вот он маленький такой, дохленький. Так, понятно, хорошо. И какие там всякие ключи, короче, мы взяли. Это пока сейчас, чтобы двери, наверное, открыть там какие-нибудь, наверное. Так. А, новый чип и срок аренды. Так, это нам не интересно совсем. Так. Выключить. Блять, двое стоят, и один очень сильно палит. Обойдем, подожди. Ага. Опасная зона. Да здесь везде опасная зона. 343. Охренеть. Так. Для информации для нового члена семьи. Что-то там. Курьерской службы Ревира. Понятно, неинтересно. Ой-ой-ой. Палят, подожди, давай дальше пойдем. А, не, нам нужно сюда именно. Нам нужно вообще на первый этаж, но я не знаю, что делать, блядь. Там очень много людей на первом этаже. О! Крыша. Так, ага, здесь мы зашли. Ага. Открыто окно, погоди. Как интересненько. Давай сохранимся, попробуем. У нас пока других вариантов-то все равно нету. А, да, подтвердить, да, сохранили, все хорошо. Ну давай. Старик, да никто не узнает. Ты нас прикрой только. Никто не узнает. Поддельные документы, бита. Ты подумай, как вам с Диной пригодятся деньги. Я вот думаю, в какой дыре нас могут закопать. Ну-ка. С помощью главного компьютера, и написано же задание, получить доступ с помощью главного компьютера. Сесть в фургон. Нас засекли. Так, пулемет взяли. Сидим, просто ждем. А что еще могу сделать? Я не знаю, что это. Добыча данных. Так, а у меня нету. Ну давай сделаем 55. БД. Сейчас. 55. Блять, Е9 следующее. Потом один ЕС. 50. Отлично. Скрипты какие-то, блядь, там пошли. Хорошо. Ладно. Шухер поднял, блядь. Блядь, надо было, наверное, в последнюю очередь делать. Сначала перебить их всех. Дед,
тебя совёз, Терью. Нанна. Минус камера. А если быстро пробежать? Я не вижу, там просто открыты ворота или нет. Если быстро спрыгнуть, пробежать, залезть и уехать. Один хуй, ничего больше не получится. Хуя? Вот это да. А как ворота поднять? Вот, ворота. А как поднять-то? Данные, ворота, ну и чё? Ай-я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 й! Уходим, 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 уходим! Все-все-все! Есть! Получилось! Просто убежали оттуда. Там подобрали немножко хлама всякого и просто сбежали. Отлично! И никого не убили, не убивали, ничего не делали. Супер! Все! Задание готово, друзья! Ха-ха! Потому что ниндзюцу! Стелс! Охуенно! Охуенно! Так. Деламейн, подожди пока, подожди, отклонись. Не до тебя. У меня сейчас тут срочное задание. Ви, рядом с вами, да, я знаю, машина рядом с нами, да. Хорошо. Ой-ой-ой, поцарапал. Разбой. Обезвредите нарушителей порядка, найдите улики. Нордсайд, реинтеграция. Отследить задание. Не, 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 подожди, подожди. Блять, зачем я это нажал? Журнал, погоди. Реинтеграция это с тачками. Все, я понял. Легкие деньги, угрозы носите. Так, подожди. Заказы, нет? Вторая кожа, да, вот она. А, во, все, ага. Заезжаем аккуратно. Заказ есть. Ответить. Ви, да. Он доехал. Да. Буду ставить тебя в пример другим наемникам. Спасибо. Спасибо, заказ закрываю. Спасибо, давай удачи. Приятно было поболтать. Отлично, просто. Ты сейчас, ну почти 2000 дали. Нормально, молодец. Мне нравится репутация 17. Супер. Вернуться к бестии. Друзья, давайте... Ой, не то. Да, сохранимся, сохранимся. Мы такое дело провернули. И давайте вернемся к бестии. У нас еще есть времечко. В принципе, да, тачки нету. Ну, давай, прямо так это убежим сейчас. Стрелять нам некого. Сейчас, конечно, банду можно какую-нибудь... Во. Вау, а там что такое? Тачка стоит. Люди стоят. Что за люди? Спокойствие. А, вон там еще себя. Обезвредите нарушителей, разбой порядка, найти улики. Вот это здесь. Улики вижу. Так, меняйте спальт, если я к этому подойду, да? Эй, ребята, решили расход! Да вылези из машины, ты чё? Что он делает? Что он делает? Это зачем он залез в машину? Это, блядь, это такой бред. Пробуем еще раз. Это было по глупости, это было все по глупости, но зачем ты залез в машину? А знаешь, что я сейчас хочу еще сделать? Смотри, снаряжение, создание, ну-ка. Я могу только пистолеты какие-то делать, пулеметики, да, 269, неплохой пулеметик-то, но мне не хватает, ага, схемы и какие-то платы какие-то, хорошо, допустим. Вот что хочу.
174. Слабовато, конечно. Но, блядь, лучше у нас ничего нет. А это? Тоже не хватает. Ну ладно. Так, а давай попробуем сделать вот эту фигню. Снайперку. И пострелять из нее. Вероятно, химически создание предмета получит случайный вид урона. Отлично. Давай. Изготовить. Что мы изготовили? Снаряжение. Пистолет поменяем. Так. Она вообще слабая, конечно. Термический урон, кстати. О, очень сильный термический урон. 117-145. Давай поставим. Прицел. А, нету прицелов, блядь. Тем не менее, тем не менее, давай поставим ее. Хуяси. Хуяси. Бля. Она, по идее, это электро какая-то снайперка. Она, по идее, должна копить заряд. Сейчас мы это проверим. Пока они вообще ни разу не попал. Нужен прицел, конечно. Да, бля, вообще не могу попасть. Во! Попал. Это очищение! Бляха. Бляха! Сложно, без прицела очень сложно. Бля, 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 дернул, дернул прицел. Блядь. Готов. Сложно и стрелять, но штука мощная. Нужна... Нужен прицел. Тихо. Он скоро объедет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не, ребят, надо поменять. Бля, тоже термическим уроном меня, погоди. Граната пошла. Слушай, снайперка реально мощная, несмотря на то, что у нее показан рисунок маленький дамаг, она реально мощная. Готов. Так, подранили, хорошо, подожди, подожди. Давай, покажись. Тихо. Бля, как же херово без прицела. Ну штука мощная, она еще может копить как бы заряды. Но целиться из нее реально сложно. Уходим. Готов. Одни слабаки. Давай, покажись. А, повыше, подожди, стоп. Бля, вообще не видно, куда стреляешь. Там мушка такая маленькая. Готово. Да, готово, есть. Смотрим. А что это такое? А что это? Пистолет. А, какой-то. Ну, какая-то херобора, короче. Да, какой-то пистолет, квазар какой-то. А, вяленое мясо, понятно. Так, хорошо. Это что? Это ничего. Так, у этого. Ага. М-граната. Да возьми тут эту херобору. Так, дальше. Что это здесь? Бухло. И вот какие-то, блядь, улики, блядь. Улики, да? Симулятор выносливости и сообщение. Симулятор выносливости, а вот. Ответить. Эй,
С кем имею честь? Кто это? Я Клэр. Ты меня не помнишь? Нет. В баре работаю. Да, помню. Да-да. У меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышал. Говорят, ты умеешь решать вопросы. Да. А у меня тут проблема. Только что вот этим занимаюсь сейчас. Слушаю. Мне нужен пилот, рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж, изложу детали. Хорошо. И где этот твой гараж? В Аройо на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда Ладно. Вернусь, как только смена в баре закончится. Хорошо, договорились. Ладно. Пока, Клэр. Так, королева автострад. Гонять будем, короче. Сообщение, смотрим. Вернуться, так. Новый чип, прочитать. Второе дыхание 12, ревущий Феникс 4. Уклон 10. Мокс Дак 7. Понятно, это то, что они перевозили, походу. А все, как бы, мы с этого ничего больше не можем поиметь. Все, найти какие-то улики. Не знаю, какие улики. Вроде как все в порядке, все сделали. Курточка была дохленькая. Так, заказ. Евро-доллары. Давай прочитаем, что такое. Пацаны в пизду этот пидора. Он на остановке теперь цены поднимает. Скажите тонну товара, как получите, обнулить его. Найдем другого поставщика. Понятно. Винтовка, копперхед, слабоватенько, конечно. Так. Ну лады. Слушай, снайперка мне понравилась. Я сейчас, знаешь, что хочу? Давай приколимся, сделаем снаряжение, создать и еще одну снайперку хочу замутить. Давай. Вот просто, вот посмотрим, сравним, изготовить. Все. Теперь снаряжение, снаряжение, выбираем снайперку. И вот у нас еще одна снайперка. 174, она помощнее, химический урон, видишь, у нее химический. Тыц, химический урон. Пока оставим, не знаю, химический хорошо, плохо, куртка новая, все слабое. Так, и я хотел улучшить документацию, у нее есть точность без этих самых. Так, подожди. Документация, насадки, так, снаряжение. Создание, улучшение, во, нашел. Улучшение, вот. Смотри. Не хватает. Где снайперка моя? Вот она. На это хватает документации. Ага. Давай улучшим. 170-180. Денег немного забирает, ресурсов тоже. Уровень 15, 192, нихуя себе. Ну ладно, хорошо, так. А что на мне одето, где? Вот, штанишки, где на мне? Вот, повязка, смотри. 17, давай улучшим. Улучшили. Давай еще улучшим. Улучшим. Еще хочу. Все, нельзя. Уровень персонажей, так, понятно, максимальный уровень предмета, походу. Рубашечка, тоже давай. Да пофигу вообще, а что нам терять-то? Она стоит недорого, зато 73, видишь, нельзя. А, лифон обязательно, да, сделаем, смотри, броник. Лифчик, броник. 53, смотри, 57. Все. Штанцы обязательно. Денег это немного забирает совершенно. Ресурсов, в принципе, тоже. Очки обязательно. Куда мы без очков? 20. Так, отлично. Уровень у нас персонажа, видишь, у нас качается. Он уже четвертый уровень создания. О, а это уже дорого как-то. Все, у меня эти ресурсы заканчиваются. Это что? Необычный компонент, видишь? Закончились. Ну вот, как бы и все. И, в принципе, это неплохо. Давай посмотрим, что у нас можно сделать по персонажу. У нас 13 очков. 13, блядь. Давай посмотрим. А что здесь надо? Уровень связанных характеристик. Понятно, нужно, чтобы все характеристики. Так, хорошо, ладно. Так, пассивно. Урон при стрельбе из винтовок, пистолетов, пулеметов увеличивается на 6%. Как нехуй. Пассивно. Прицеливание при стрельбе из винтовок, пистолетов, пулеметов ускоряется. Отлично. Вообще по барабану. Дальше. Это что?
Быстрые удары прикладной винтовки и пистолетные приметы в ближнем бою носят теперь больше урона. Нихуя себе, но это нафиг. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок, пистолетных пулеметов из-за укрытия повышается на 4. Супер. Отлично вообще. Короткостволы. Это что такое? Пистолеты? Пистолеты-револьверы. Урон от падения в голову при стрельбе. Да, это все это самое. Пистолеты, винтовки. Так. А это что такое? Рука. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличивается на 3. Понятно, это нам не интересно. Реакция. Сила. Ой-ой-ой. Здоровье. Во. Урон в ближнем бою увеличится на 10. Фигня. Так, это атлетика. Ладно. Расход выносливости на блокирование рукопашных атак неинтересно. Урон от падения уменьшается на 5%. Интересно. Восстановление здоровья в бою начинается на 20% быстрее. Очень интересно. На 40. На 60. Супер. Это что? Перед восстановлением здоровья увеличится... Ой, предел восстановления здоровья увеличится с 60 до 65 в бою и до 100 вне боя. Гадалки не ходи, это наша жизнь, это хилочки. Так, все. Уничтожение смотрим. Перезарядка дробовика и ручных пулеметов ускоряется на 10%. Это что? Во время перезарядки дробовика и ручных пулеметов вероятность компенсировать урон повышается на 25%. Да. Да, все. Во как. Вкачали на бой вообще себя. Так, что дальше смотрим. Ой, а что у нас по времени? Ой, блядь, он уже серия уже к концу подходит. Друзья, отлично, все нормально. Мы, блядь, убили бандюганов, привезли машину, сделали задание, прокачали. Все круто у нас. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, делайте репосты. Конечно же, колокольчики не забывайте. И подписывайтесь на канал, мне это очень приятно. Спасибо, что смотрели. Удачи, пока, до следующих серий. Счастливо.